По количеству избирательных кампаний этот год для Рязанской области был сверхнасыщенным. 170 в 20 муниципальных образованиях. Самыми масштабными стали выборы в Рязанскую гордуму, и здесь победа «Единой России», как и в целом по стране, была безоговорочной. Впрочем, этот результат, по словам Павла Малкова, еще и большая ответственность. Главный приоритет – благополучие граждан. С этим посылом и составлена народная программа партии власти. Вот у нас в этом году сейчас строится 44 социальных объекта. И 33 уже будут сданы в этом году и уже примут своих посетителей до конца года. Также мы серьезно занимаемся благоустройством. За счет программы формирования комфортной городской среды создано 5 современных общественных пространств, их будет становиться дальше еще только больше. Это тоже один из приоритетов нашей работы. Штаб общественной поддержки «Единой России» стал главной площадкой для диалога, в том числе с молодежью. Более 650 мероприятий за 7 месяцев – цифра весомая. Здесь же формируют отряды волонтеров для зоны СВО. Рязанцы, кстати, там на хорошем счету. Регулярно отправляем в зоны СВО гуманитарные грузы. Вот в этом году только по линии партии «Единая Россия» гуманитарные грузы общий объем составил более 1000 тонн. И наша помощь идет и на поддержку участников СВО, наших бойцов. Идет также и в новые регионы, где сейчас налаживается мирная жизнь. Я там был, встречался с местными жителями и знаю, как там высоко ценится наша поддержка. Кстати, еще не раз слышал очень высокие отзывы наших волонтеров. Там каждые 2 недели они сейчас отправляются на Донбасс, уже около 50 добровольцев из «Единой России» выполнили эту высокую почетную миссию, и количество добровольцев только растет, это очень-очень радует. Все задачи, поставленные народной программой, будут выполнены с опорой на общество, подытожил Павел Малков.